Ребята, всем привет! Вы на канале Кристина Роб. И у нас появилось новое весеннее супер-классное обновление с божьими коровками. Ребята, вы уже ходили, видели новые локации. Там столько божьих коровок. Они такие красивые, они такие классные. Сейчас мы туда пойдем и все вместе посмотрим. И посмотрим, что там вообще продается. Жалко, только телепорта нету туда. Тут какао есть, хот-дог. Хот-доги продаются. Тут у нас что? Мясо и яблоки. Короче, это какой-то базар, да? Да. Побежали, посмотрим там что. Автомат с водичкой. Угу. Красивенький такой. Как возле магазинов стоит иногда. Так, что тут у нас еще? Пироги. Наверное, вишневые. Ага. И вот такие вкусные арбузики. Ну, прикольно. Жаль, что только целые арбузы не появились. Ну, такая еда у нас уже была, да, в магазине, наверное? Да. О, что здесь? Сыр. Ого, я его даже не видела. Как-то он так поставлен секретно, да? Да. А тут у нас самое интересное. Божьи коровки. Ребята, обязательно смотрите следующее видео, потому что мы будем покупать этот лавандовый горшочек и смотреть, какая божья коровка нам попадется. Я очень хочу, которая один из 40 королей. Там 3 вида божьих коровок. Одна обычная, красная, вторая золотая, а третья... Диамантовая. Тут, и она попадается одна из 40 только. Тут такие классные мельницы, смотри. Ага, тут какой-то домик, но в него войти невозможно. О, смотри. О, а это, смотри, какая-то пещера. Водопад. С кристаллами. Очень красиво, она так все светится, вообще особенно класс. Ночью будет, мне кажется, красиво. Очень красиво. И такое загадочное место. Угу. Иногда в Overlook Bay встречается такое. Стрелочки, как выйти. Ну давай, выйдем, куда мы выйдем, посмотрим. Там, где арбузы. Ага. Мы вышли к пирогам и арбузам, понятно. И воде. Ребята, а вы знали, что магазин пропал? И все продается только здесь уже. Но продается все, кроме кока-колы. Давай немножко попаркурим, посмотрим там наверху. Давай, это как горка. Трубы, по которым идет вода. Как ты не падаешь? Я в шоке. Паркура много проходила. Вот это такая специальная штучка, и ты с помощью этой штучки везде можешь добраться, да? Кстати, а что за домик? Вон смотри, там. Какой ты такой высокий. Ты так высоко, ты видишь весь городок. Да. А тут крыша поднимается. Я просто в шоке. Крыша вообще попала. С помощью этого грэплинфуга. Ну, можно, наверное, на вертушке тоже долететь, да? Или на флайпете. Угу. Тут можно матрас положить и сделать типа домик, как был на дереве раньше. Ну, прикольно. Но сейчас его нет. В общем, мы все обследовали. В следующем видео будем открывать горшочек. Обязательно смотрите наше следующее видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.